Что я тут вижу? Тут наш Ато покушает капусточку. За окном у нас идет дождик. Очень плохая сегодня у нас погода. Уж давно не было на канале Топочки, вот я ее и снимаю. Так вот она кушает. Вы спрашиваете, сколько лет нашей черепашке? Нашей Топочке я точно не знаю, но я вроде когда-то считала по одному колечку, то что ей 11, 12 или 13 лет, точно я не знаю. Купила я уже давно-давно, когда еще была маленькая, мне подарил ее папа. А сейчас я захожу в зоомагазин, и там просто уже этих черепашек нету. И то они очень редко продаются летом. Иногда ей неудобно кушать, но она как-то справляется. Мне кажется, то, что ей надо помочь как-то. То она так залезла на эту капусточку, наверное. Так, наверное, перевернуть ее. Будешь кушать капусточку, я буду держать, тебе ж удобно. Так вот намного лучше, когда я пересадила. Давайте посмотрим еще. Разрослили наши семена, которые мы садили травку на нашем канале. Их же еще надо пересадить. Да, ребята, они проросли. Сейчас я даже покажу вам как. Их уже надо посадить в земельку, мне так кажется. Потому что моя мама сказала, что их надо пересадить в земельку. Значит, я думала, то, что они не прорастут, потому что не с кормом. Семечки эти очень тяжело открываются, так что особенно мне как-то дырку. Сейчас, ребята, откроем. Вот, я открыла. Смотрите, тут уже начали выползать эти штучки. Ручками лучше не трогать. Они уже начали прорастать под бинтик. Это, в принципе, нормально. Такие длинные, смотрите, с корешками. Поэтому их надо, по-моему, в земельку посадить. То есть все нормально. Топа уже покушала, куда-то ползет. Все, больше мы не будем кушать? Или будем? Будем кушать? А что ты тогда уползла? Странная. Мне не хочешь. Такая у нас черепашка. Очень хорошая. Мы все ее очень любим. Кто не знал, у нее задние ножки накрашены. Такие синие. Маникюр у нее такой.
Давайте прощаться. Такое у нас короткое видео было. Просто мне надо было ответить на вопросы. Все проросло у нас, все нормально с этими семечками, зернышками. Но до сих пор не знаю, это овес или... Не помню, как это называется. В общем, напишите, если кто-нибудь знает, как это называется травка. Если бы эту конфетку есть, конфетку нашла. Всем до новых встреч. С вами были Homo Online.